Всем привет! Представляю вам дрель-шуруповерт Bosch PSB-1800LI2. Это компактный и легкий инструмент для сверления дерева, металла, пластика, кирпича, а также монтажных работ. Весит меньше 1,5 кг. Пригодится дома или на даче. Максимальный крутящий момент – 38 ньютон-метр. Настраивается круговым переключателем в зависимости от прочности материала и типа работ. Редуктор двухскоростной. Режим меняется переключателем сверху. Первая скорость для работы с крепежом, вторая для сверления. Оснастка фиксируется в быстрозажимной патрон. Сверло или бита легко меняются одной рукой за пару секунд. Ручка покрыта мягкой резиной. Удобно лежит в ладони и не выскальзывает. Питается дрель от 18-вольтового литий-ионного аккумулятора. В комплекте сразу две батареи, благодаря чему можно работать практически без пауз на подзарядку. Установите одну в шуруповерт, вторую поставьте на зарядку. Рабочая зона освещается ярким светодиодом. Улучшается видимость в труднодоступных и плохо освещенных местах. Индикатор уровня заряда сообщит, когда придет время ставить батарею на подзарядку. В комплекте идут два аккумулятора, зарядное устройство и бита. Поставляется все в крепком пластиковом чемодане. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, мы всегда рады обратной связи. Thank you.